Здравствуйте, я Китаев Адиль, игрок хоккейного клуба «Борис». С города Петропавловска. Там мы начинал играть в хоккей. Мне 24 года. Ну, я думаю, 100% каким-нибудь другим спортсменам, например, футболистам. Футбол нравится. Ну, скорее всего, отец привил мне это. И у меня было с самого детства такое большое желание заниматься спортом, потому что я был активным ребенком. Постоянно с 4 лет занимался спортом, карате, гимнастика, футбол. Потом пошел на хоккей, и с хоккеем как-то все заладилось. Ну, бывают такие моменты крайне редко. И я стараюсь быстро от них избавиться. Это помогает семья. Ну, просто стараюсь сразу отвлечься, забыть этот момент. Считаю, это такая психология для спортсмена. Это важно быстро забыть плохой момент. Найти положительные моменты. Например, если там в игре что-то не получилось, найти положительные моменты и забыть об этом. Ну и семья тоже поддерживает, там, старается не напоминать об этом. Вот. Переходим на другие темы, отвлекаемся, там, сходим куда-нибудь все вместе, проведем время вместе. Ищем положительные моменты и хорошую положительную энергию. Добиться больших высот, выиграть что-то значимое, не стоять на месте, расти, не знаю, ну, добиться чего-то высокого в спорте, не быть в серой массе. Когда добьюсь, там уже и посмотрим. Ну, сейчас в основном все с семьей, семейный человек сейчас, не знаю, стараемся по возможности выехать за город, сходить в кино, там, погулять, развеяться. В общем, не думать о спорте, о хоккее, потому что сейчас очень много игр. И так голова загружена этим. Стараешься разгрузиться побольше. И много игр сейчас. Побольше провожу времени с семьей. Если есть выходной день, то все с ним. Поиграть в компьютер, если есть время, с друзьями. И сходить там, в торговый центр или в кино. Ну, это, наверное, преодолевать трудные моменты в спорте, в жизни, потому что их достаточно, и как ты их преодолеешь, и от этого будет зависеть твой дальнейший успех. И как все скромно. Конечно, хотелось бы выиграть в эту юбилейную дату, но не вышло. Просто сходили с семьей в кино. Не бойтесь трудностей, преодолевайте их, больше упорства, работы, не останавливайтесь на достигнутом. И даже если вы сталкиваетесь с какими-нибудь трудностями, старайтесь преодолеть, и дальше будет только лучше. Как ты их преодолеешь? Ну, наверное, в КХЛ один из немногих, это что мало времени проводишь с семьей. Постоянно выезды, игры. Если даже домашняя игра, ты утром уходишь и целый день проводишь с командой. Дома тебя не бывает. И как бы, даже если есть у кого-то дети, они растут. И получается так, что полмесяца они тебя не видят. Полмесяца ты приезжаешь. И даже если домашние игры, то из этих полмесяца половина – это игры, и ты уходишь на целый день, я не знаю. Ну, это, наверное, один из немногих, с чем я сталкивался.
А, ну, есть. Ценный совет – это, наверное, побыстрее забывать и преодолевать трудный момент, потому что нет времени там горевать, думать об этом долго. Стараешься быстрее откинуть это. Это, наверное, ну, такой неплохой совет был для меня в плане психологии. В общем, этот. Ходите на матчи даже в такую трудную ситуацию, ну, для команды. Мы в вас нуждаемся, стараемся, бьемся за вас, постараемся больше вас радовать победами. И все вместе преодолеем эту трудность.